Thank you.
то представление, которое вы наблюдали на протяжении получаса, каждый день притягивает более 5000 жителей полумиллионного города. Не часто, да и не везде встречаются такие конструкции. Конструкции, динамически сочетающие музыку, цвет и рисунок фонтана. Сегодня этот фонтанный комплекс стал визитной карточкой Магнитогорска. Такой же, как и металлургический комбинат, горнолыжные центры и гора Магнитная. Но для того, чтобы праздник удался в комплексе, мало было просто обустроить заново чаши бассейна, провести гидроизоляцию, установить свет и звук. Сегодня и сейчас город, а точнее официальная его часть, приобрели законченный вид в граните, мраморе и тротуарной плитке. И венцом творения авторитетнейших коммерческих строительных структур города стал этот фонтанный комплекс. По строительной части было взято старое основание фонтана, который был построен еще при социализме. Вот. Дизайнерская группа разработала непосредственно под эти размеры, под размеры существующей старой чаши. Решение применялось в кратчайшие сроки, практически непосредственно на объекте. Значит, решение применялось то, что изначально чаши присутствовали для погружных, значит, погружного оборудования. Здесь своего рода идет у нас оборудование навесное. На каркасе выставлялось, значит, грунт готовился, выбивали, так как попали еще в такую ситуацию, что пришлось долбить непосредственно старое основание, а это дедовский бетон старый, значит, долбили скалу, куда мы тоже, в принципе, были потери по времени, но незначительные, в сроки мы укладывались. Ставилось, заливалось сплошняком полностью все три чаши, сплошняком заливались гидроизоляционным бетоном. Ну и в конечности на это уже основание ставилось оборудование. Нужно было, не меняя облик площади, да, сохранить эту историческую ценность, произвести реконструкцию. Поэтому основное решили центровое место, которое здесь будет для горожан, это фонтанный комплекс. Фонтанный комплекс, и, значит, варианта было два. Либо делать, восстанавливать тот, который уже действующий со стороны площади торжеств, либо возобновить комплекс, который никогда не действовал со стороны курантов, да, который на сегодня до последнего момента был в виде клумбы из трех чаш. Ну и остановились на площади народных гуляний. Здесь подошли к тому, что, разумеется, надо было использовать материал самый надежный и крепкий. Это у нас гранит, да, который как бы вечный камень. Поэтому все основные дорожки, подходы к дорожкам, то есть лестничные марши, а также были сделаны новые пандусы, то есть, опять же, для удобства горожан. Это все было выполнено из гранита. Бортовой камень по периметру ограждающей территории тоже выполнен из гранитных плит. А дорожки, значит, были заменены уже на более современные тротуарные плиты из литевого камня. Мы разработали контроллеры, электронные ключи, светильники, которые находятся в фонтане. Они очень малогабаритные и имеют большую мощность, 27 ватт. Соответственно, они программируются индивидуально, каждый меняет цвет. Если видели на рисунке, то это, конечно, дает большой эффект сочности фонтану и именно широкому программированию данной картинки на этом фонтане. Использованы погружные насосы. Их у нас 84 здесь, они на 220 переменного напряжения. В целях безопасности при разработке фонтанных чаш вместе со строителями и с проектировщиками было разработано специальное заземление, сетка заземления для утечки
и выравнивание потенциалов, чтобы обезопасить людей и присутствующих на фонтане, если в случае каких-то аварийных ситуаций. Также разработана система защиты. Это устройство защиты и отключения автоматические на каждый двигатель. Соответственно, безопасность здесь полная для присутствующих на этом фонтане людей. Здесь разработано так, что программируется на компьютере, идет через головной контроллер. Контроллер уже управляет каждым индивидуальным насосом. Каждый индивидуальный насос программируется. И поэтому мы видим картину, изменяющуюся в разном режиме работы двигателя. Соответственно, свет, у нас там 135 светодиодных светильников, которые тоже индивидуально программируются. И поэтому мы делаем сочную, красивую картинку. Каждое устройство, будь то сама чаша бассейна, насосы с переменной производительностью, светодиодные сверхмощные прожектора, имеют достаточный запас прочности. Показателен и тот факт, что весь комплекс при загрузке на полную мощность работал и на простой, неочищенной воде. Каждый насос, каждая форсунка легко демонтируется, проходит плановый и внеплановый ремонт, даже без слива воды. Это же касается и прожекторов. Оригинальный крепеж гранитных плит специально разработан с учетом достаточно низкой адгезии используемого материала. Все работы по обустройству территории проводились практически с нуля, потому что ранее эта площадь, имеющая достаточно мягкие грунты, должным образом не готовилась. Сегодня и сейчас любой развлекательный центр, любой поселок, любой город, выставив требования к магнитогорским специалистам, в кратчайшие сроки получает проектную документацию, смету затрат и график проведения работ, соблюдение которого наши специалисты гарантируют. Дело заказчика – это только генерация идеи и указание строительной площади. А реализация самых фантастических желаний не заставит себя долго ждать. К этому надо стремиться, чтобы в каждом городе, селе или поселке было такое центральное место, да, знаковое, где могли бы собираться жители города и гордиться этим местом. То есть так же, как, допустим, к чему сейчас стремится Магнитогорск. Не стремится, он уже себя показал. А мы можем это сделать? Спроектировать, спроектировать? Конечно, да. Безусловно. Заказчик обращается к нам, мы программируем любую музыку под заказчика по количеству, сколько надо будет сюжетов музыкальных сделать. И, соответственно, в электронном виде загружаем контроллеры, которые установлены на данном фонтане в любом городе. И фонтан начинает работать по ихнему графику и под ихнюю мелодию. Если будет уже готовая площадка, скажем так, без всяких таких, скажем, природных катаклизм, которые мы можем попасть там на ту же скалу или еще что-то, а все будет зависеть от грунта. Если грунт будет поддаваться, то сроки, естественно, уменьшатся, и гораздо уменьшатся. Скажем так, при такой площади, такого большого объема непосредственно воды, а там худо-бедно 600 тонн воды, 600 кубов, значит, при таком, я так думаю, сроки, ну, в течение, скажем, двух месяцев от нуля и до стадии запуска, два месяца – это реально сроки, которые могут построиться этот фонтан.
Thank you.